Я и есть медиафутбол. Мне пришлось об этом сказать здесь. Как ты его можешь оскорбить? Твоего запаха здесь рядом не было. Скажу, потому что я завелся, я злой, чем ужас. А, я сделал лису популярной. Да, да, точно, напомню. То, что ты сейчас сделал, это пример для тех, кто был до тебя и после. Но это мое воспитание. И либо вы меня принимаете таким, либо нет. Алоха всем, друзья. Мы сейчас с Макеем находимся в коридоре. Этот коридор нас ведет к комитету. Знаешь, что за комитет? Вообще, похуй. Это медийный комитет МФЛ, в котором будут решать, кто лишится сегодня медийного статуса. И Макей, я тебя поздравляю. Ты у нас попал на рассмотрение. То есть у тебя хотят забрать медийный статус. Что это значит, Макей? Это значит, что Броуки и тут должны выиграть. Да? Конечно. Ты настроен? Конечно. Потому что я сейчас в голове там поднакидал, что мы сейчас должны делать. Какая у тебя сейчас стратегия? Давай. Слушай, ну, стратегия обманывать. Обманывать? Слышь, ты читаешь мои мысли, блядь. А что же делать? Ты читаешь мои мысли. Я ничего не выкладываю, я ничего не веду. Смотрите, вот, друзья, значит, Макея хотят жестко опрокинуть. Последнее время, во-первых, Макей смог пробиться в состав, но до момента, как он забил гол Тудрос и себе это ребро выбил. Кстати, человек как ребро. Болит, он не надо. Болит? Не трогай. Болит? Болит, да. До сих пор? Да, не прошло. Короче, сделаем ему рентген. Значит, Макей, смотри. Надо сейчас четко, прям поэтапно продумать, как будешь обманывать. Надо сначала, как ты заходишь. Садишься, первое, что ты говоришь. Всем здравствуйте. Нет, блядь. Ты говоришь им. Здравствуйте. Первое. Я и есть медиафутбол. Всем здравствуйте. Ну-ка, покажи. Всем здравствуйте. Блять, я и есть медиафутбол. Первое. Просто я есть медиафутбол. Бля, у него сейчас сам заберу. Я есть медиафутбол. Только там громче надо. Конечно, будет. Без проблем. Все, всем здравствуйте. Дальше. Они тебе начинают задавать вопросы. Что ты делаешь? 5-10. Ты знаешь, что говоришь? Ты снимаешься на Нетфликсе. И сериал еще не вышел. Все. Сейчас я снимаюсь на Netflix. Короче, тебя Нолан взял в Интерстеллар. Новый Интерстеллар. Нолан в новый Интерстеллар. Блин, меня Нолан взял в новый Интерстеллар. Сложное название, я запутаюсь. Крестный отец. Крестный отец. Скорсезе тебя взял в Крестный отец. Короче, просто меня взяли в Крестный отец. На главную роль. На главную роль. На главную роль в Крестный отец тебе нельзя разглашать это. И мне нельзя это разглашать. Да. Все. Все. Я есть медиафутбол. Я снимаюсь на Netflix. Скорсезе взял меня на новую роль в Крестный отец. Великолепный план, Уолтер. Да, и говори агрессивно. Хорошо. Если тебе Васан что-то скажет, что ты ему скажешь? А это кто такой Васан? Такой вот смуглый парень. Ладно, там будет. Ладно, неважно. Да. А что он мне должен сказать? Как ты его можешь оскорбить? Оскорбить? Должен оскорбить. Но он Васан. Васант. Васант. Да. Ну все. Как ты его оскорбить можешь? Васант скажу. Нет, это имя его, это не имя? Оскорбление, да. Блин, а зачем мне его оскорблять? Ну надо агрессию показать, блин, типа ты давишь его сам. Скажи ему. Твоего запаха здесь рядом не было. Слышь, ты это все только что придумал заранее? Нет, я сейчас только придумываю. Что? Ну, прям мы как-то же должны работать. Нас. Вас, Кресевой, здесь видно не было, и запаха не чувствовала даже вашего. Говори. Слышь, катапульт, я в медиафутболе здесь с первого дня. Вас, Кресевой, здесь рядом не было, и запаха вашего не было. Во! Во! Сейчас хорошо. Артем, ты как растешь. Смотри. Я уже себе медийный чувствую. Да. Вот. Кто меня статус хотел отнимать? Я вообще не понимаю. Это сейчас что за бред, сука, вообще? Мы так еще переедем нахрен. Дальше смотри. Слышь, а что, вот реально, откуда они могут знать, где я снимаюсь, не снимаюсь? Вот! Может, я ты снимаешься. Конечно, пусть снимаюсь, докажут, блядь. Пусть они докажут, что мы, блядь, не снимаемся в новом крестном отце, блин. Макеев, я ж тренер был этим, медведь, ёпта, в молодежке. Вот. Макеев, почему фамилию Макеев выбрали? Потому что они меня знают, что у меня в футболе играем. Ты че, сука, сильный. Да. Потом еще приперчить. Говоришь, смотрите, давайте теперь поговорим о самом главном, вокруг чего вся медиафутбольная лига существует. О футболе. Я лучший нападающий в истории МФЛ. Откройте статистику. А реально? Вот больше никто не забил? Ну смотри, на сайте не засчитывают первый сезон, понял? Но со второго ты лучший.
лучший прям. Да, так и скажи. Я лучший нападающий МФЛ со второго сезона. Со второго, просто лучший. Да, я лучший нападающий МФЛ. Знаешь, сколько мне тренироваться для этого надо? Да, лучший игрок МФЛ за всю историю. У меня больше всего забитых мячей. И лучший бомбардир в истории самой сильной медийной команды, которая во всех финалах была. Вот, вот, уверенно. И еще 6 финалов. Стартом состава первый матч сборной. И еще знаешь, о чем напомню? Официально. О том, что если вдруг им стало неинтересно смотреть спорт, то они могут перейти в наш телеграм-канал, подписаться на него, нажать на закрепленный пост, и там они найдут все нужное для того, чтобы спорт снова стал им интересен. Об этом тоже можешь им напомнить. Но я думаю, до этого не дойдет, это потому что мы сейчас, я считаю, стратегию продумали гениальную. Да, вообще. Я вот теперь уверен, спокойно. Я сейчас спокойно. Давай теперь, давай финальное. Финальное, все давай. Заново? Давай, вот сейчас да, все заново. Давай, ты пришел, давай, смотри в камеру. А какие еще могут быть вопросы? Как вы вообще посмели у меня медиа-статус? Вы зачем снять? Мое время тратите вообще? Зачем я сюда приехал? Я не понимаю. Ну все, я встаю, ухожу. Скажу, потому что я завелся, я злой тем уже. Во-во, хорош. Я не могу, я завелся. Бля, Макей, сейчас. Зачем я сюда приехал? Сейчас мы, блядь, пойдем, Макей, все, пойдем. Все, пойдем. Пока шли, момент из головы выпал. Они у тебя спросят, что с твоими соцсетями? Почему ты их не ведешь? Скажи, что у тебя съемки, и ты очень сильно занят. У тебя много перелетов. И как есть сказать? Просто. Как есть, скажи, да. Во-первых, тренировки. Ты усердно тренируешься, поэтому ты стал лучшим. Конечно. Лучшим игроком в МФЛ в истории медиафутбола. Больше всех голов забил. Плюс у тебя съемки. И ты человек не публичный, но о тебе все знают, многие знают. Это их упущение, что они с тобой не знакомы. И скажи этому Васанту, что он вообще не разбирается ни в каком кинематографе, и он фейк-агент, блин, кинематографичный, раз он тебя не знает. И если что, катапульта его называй. И скажи так, смотри, меня воспитала МФЛ. Я здесь вырос. И я в какой-то степени... Да, помог тоже лиге. Я являюсь тем самым бриллиантом, который вырос и был огранен в МФЛ. Вот так. Если что-то где-то забуду, ты напомнишь мне. Да, да, я рядом буду сидеть. Все. Идем их нахуй. Я сейчас их пойду. Все, помнишь? Я агрессию глаз, ну-ка. Бля, ёбнутый. Не бойся, тебя не тронут. Все, все, все. Кто там? Скорцезе позвал. На новую роль крестного отца. На новую роль крестного отца. В крестный отец, на главную роль в крестный. Новый. А потом? Потом, блядь, разберемся. Бля, забыл сам. Сейчас мы подготовились. Тоже мне тут комитет, ёпта. Да видели мы эти комитеты. Ни один суд прошли. Не понял, то есть вы, получается, нас сюда позвали, вы на полном серьезе решили да решить... Да нет, стой, да, я скажу тебе, на самом деле я вообще, извини, что перебил, да, ты у нас сегодня боец уже на сегодняшний день. С рекордом только положительно. Надеюсь, разбираться с тобой не будем. Я на самом деле не понимаю, почему вообще вы тратите мое время, потому что я и есть медиафутбол, я снимаюсь... Работает микрофон? Да. Сейчас я снимаюсь на Netflix, в сериале, в главной роли на новом «Крестном отце». Я там в плане футбольном лучший бомбардир в лиге. То есть кто вот один игрок в лиге больше меня голов забил, скажите. Меня знает комьюнити, меня знает аудитория. Я лучший бомбардир в истории самой главной, самой сильной команды медиафутбола, самой популярной. В Тудрос играл? Броков. А, все. Сейчас люди из Тудрот все в десятку уходят. Из Тудрот все уходят в десятку. У меня близкий друг сидит, вон, Володя Горцунов, лучший актер в России. Лучший актер, мой близкий друг. Сериал «Молодежка» смотрели кто-нибудь? Нет. Главный тренер кто был? Ты? Макеев. А почему? Потому что... Сами не буду говорить, почему, короче, сами знаете. Я не знаю, я могу сейчас просто до утра перечислять все эти факты, но почему вы меня сюда позвали. Хотя я знаю, почему они позвали. Они хотят нашу команду слабее сделать. Это факт, я уже какой сезон за этим наблюдаю. В шести финалах я был. Просто во всех финалах. В шести финалах Броков. Конечно, только лучшей командой лиги. Не, ну слушай, мне кажется, надо сказать то, что это лучшая презентация за то, конечно, время, когда я могу ехать. Это супер. Хочу спросить в конце, а почему тебя тогда зовут Данил Макеев, если ты такой крутой? В смысле, как меня должны Васан звать? Ну или Неймар какой-нибудь, сериал на Netflix. Давай. Слушай. Ну типа просто вот я... Знаешь, я в медиафутболе с первого дня.
твоего запаха здесь рядом не было. Да. Да. А Кресевый тоже. А тебе Кресевый так мой запах нравится? Кресевый тоже. Поэтому я вообще понятия не имею, как вы мне можете что-то говорить за то, что... Не, это супер. Мой статус по сомнению. Один вопрос. Я понимаю, съемки, все дела, но с 10 декабря ни одного поста в Телеграме. Братан, у меня съемки постоянно. Это я тренируюсь. Сказал, я давай... лучший бомбардир лиги. Знаешь, сколько мне меняй, тренироваться меняй, для этого меняй, надо? Меняй. Я... У меня постоянно перелеты, у меня постоянные съемки. Меняй. Что меняй? Ну, версию меняй, это я тебе подсказал. Какая версия? Давай он другую. Снимается у Скорцезе. Давай. Скорцезе... Ну, придумай другой вариант. Почему? Какой я вариант? Я тебе правду говорю. Постов нет с 10 декабря. Жизни. С 10 декабря нет постов. А Братан, у нас полтора месяца в Дубае был турнир, мы выиграли, я забил победный гол. Так это возможность для контента. Съемки в Дубае вы не выиграли. Съемки в Лос-Анджелесе, если были. А что, смешно? Ну, где контент? Какой контент? То, что я сейчас сказал, вот это может и недостаточно для того, чтобы у меня, ну, дать мне медийный статус. Но это вполне достаточно для того, чтобы его просто не трогать, не отнимать. Фильм скоро выйдет. Я снимаюсь в сериале на Netflix, я подписал договор о неразглашении. Но из-за того, чтобы мне оставили медийный статус, мне пришлось об этом сказать здесь. Какой штраф будет? Какой штраф там вообще, блядь, космос? Бабки не проблема, за бой 5 минут. Придется Броху закрыть такой штраф. Там космос. Был когда-нибудь такой, таким прикольным раньше? Нет. Первый раз? Первый раз. Ну, я первый раз, да, не вижу таким живым. Я играл в стартовом составе, первый официальный матч сборной НФЛ. Да, это тоже правда, да, и постоянно привлекается в сборную лиги, это тоже факт. То, что ты сейчас сделал, это пример для тех, кто был до тебя и после. Как можно, ну, грубо говоря, не делая до этого чего-то там, или там что-то до этого не получалось, но ты используешь даже эту программу, чтобы сделать контент. Все думают, что, блядь, надо говорить правду. Нет, надо иногда надо красиво, обаятельно, харизматично нести чушь. Райзен и Егоров, они как бы министры в этом смысле. Ну, вот это правда. Сейчас, конечно, камешек. Ну, это реально так. Поэтому в огород прилетел. То, что ты сейчас сделал, это круто. И так и должно быть. Это очень крутой пример. И я бы только из-за этого даже бы оставил бы статус. Просто из-за того, что ты это сделал здесь сегодня. На тебя прикольно смотреть, ты искренний. Ты выглядишь прикольно. Тебе точно надо делать. Вот ты тот пример. То есть, если ты не будешь делать, то я бы на месте лиги через полгода забрал бы прям точно. Если ты не будешь делать. Ну и честно, вспоминая Макея, это парень, который на границе первого-второго сезона еще и запомнился тем, что роман с дамой, которая... А, я сделал лису популярной. Да. Да, точно, напомню. Вот для меня тогда статус, ну именно в тот момент статус давали, для меня это было прикольно, потому что был первый такой реалити-шоу, любовные интрижки, там он добивался ее, везде там к ней приставал из разряда, а вот он я, давай со мной. Мой брат, я еще не могу. Часть ДНК. ДНК Брока. Конечно, однозначно. Не, ну по факту, Канье сделал Тейлор Свифт популярным. Кто такой Канье? Он сделал Лису популярной. Бля, это какой ты сильный, какие у меня футболисты, ё-моё, по-братски. Да, мне кажется, никаких претензий ко мне не было в моем статусе, просто они хотят нас слабее сделать. Это сегодня однозначно, Макей, теперь я и понял тебя. Просто пропустил тренировку, мы 6 финалов вышли. Почему нет контента все-таки? 10 декабря, это 2,5 месяца. Ну, потому что у нас полтора месяца были игры важные. Ну, очень так игры важны, это как раз контент, офигенная площадка. Что, скажи, для... Допустим, забежать в судейскую, замахнуться, чтобы тебя выложили набрать 500 клоунов. У тебя там вообще ничего нет. В Крыме? Или что такое контент? Нужен был пинок, я его получил. Что это у нас? Ну, в общем, Даня... Даже, это даже тебе больше, потому что ну, типа, ты должен понимать, что он прикольный. Нет, я согласен, конечно, просто понимаете... Будем сразу тут вообще, эта передача, она же создана не только для игроков. Она по факту создана еще и для президентов. Это как бы нам лишний раз показывает о том, что где-то вы да подпроебались, то есть вы не смогли усмотреть за своими медийными активами, которые еще и статуса лишаются. А на поле это потом все сказывается во что? То, что ты видишь, как шина бегает под Ягуаром, понимаете? Это типа опасное дело. Шина тебя в финал вывел. Нет, я только рад. Оно все сложилось как лучше. Я просто о том, что лучше бы, чтобы это не повторялось в будущем. Я сейчас смотрю на Макея, прекрасно понимая, что мы выйдем из этого зала, я ему скажу: Макей, ты все слышал? Ты теперь понимаешь, тебе нужен был этот пинок, ты его получил. Для меня, да, нереально. То есть вот это... Ну, он с нами с первого дня, да, и то есть он ассоциируется с медиафутболом, там, комьюнити его знает. Это как и, ну, типа, прийти один раз и за один раз вот давать. Раз мы здесь собрались и решаем помимо чего-то медийного такого контента, но и мы здесь для того, чтобы, ну, наверное, да, какую-то объективность тоже добавить. Поэтому там мой голос будет вот сюда. Дим, вот смотри, теперь момент. Макей сказал об одной очень важной вещи.
Одно дело давать статус, а другое забирать. Здесь у человека он есть, и вы должны сделать, как мне кажется, предупредительный выстрел. Потому что если сразу бы полицейские стреляли бы в преступников, наверное, мало бы кто доехал до тюрьмы, понимаешь? Вы просто говорите, у меня нет там какого-то результата на футбольном поле. Вот условно взять прошлый сезон, лучший бомбардир в лиге, лучший, забил 6 голов за прошлый сезон. Я за прошлый сезон провел там 25 минут игрового чистого времени. Я 4 забил за прошлый сезон. Почему у меня нет цифр? То, что в меня не верит тренер, это другой вопрос. Он не может иметь никакого отношения к медиа-статусу. И вы говорите про цифры. Это тоже глупо говорить про цифры. Но вот я вам сказал цифры. За 25 минут я забил 4 гола, к примеру. Подтверждай статус. Себя надо вести так, чтобы набирать, вот, чтобы мне выкладывал в пост красиво набирать по 1000 лайков. Клоунов. Не лайков, а по 1000 клоунов. Я могу себя там выходить на поле, творить. У меня, чтобы ты понимал, за вот 5-й сезон будет медиалиги. Сколько медиалиги лет? У меня ни с кем было, не было, у меня ни с кем не было ни одного конфликта. Ни с кем ни одного конфликта не было. Сколько у людей здесь было говна? Вот у чувак, это правила игры. На этом говне очень это много цифр игры, собрали. Да. Но это мое воспитание. И либо вы меня принимаете таким, либо нет. Я сказал до этого. Я такой. Я не буду ради медиа-статуса делать говно. Мы будем думать, как позитивный контент сделать. Я буду стараться думать, как это все в положительном. Мы еще, кстати, я участвовал в перформансе года. Перформанс года. Выиграли буровки прошлые. Мы играли в костюмах, кстати, супергероев. Я играл на поле вместе с Чипинкосом, с Райзеном, с Егором. С Человеком-пауком вообще-то, Халком. С Ткачуком, с Саней Фифа. Это все медийные люди. Мы сделали перформанс года прошлый. Я не знаю, просто... Вы вот, это хотя бы на примере того, что я не просто в прошлом сезоне, к примеру, не просто сидел. Мы сделали... Я поучаствовал в перформансе года в прошлом сезоне. Так, ну что, мне кажется, пора голосовать. Вас, ты чё? Даня, бля, ну... Ты даже молчал, ты слова не сказал. Да, ты видишь, что за киллер? Да, еще мне статус хотят отнять. Какие вообще вопросы? Вахере, на полном серьезе, чтобы понимали, сейчас там идет голосование, должен пятый человек сказать, мы не знаем, как он проголосует, мы не знаем, кто он, потому что тут неизвестно. Но я уверен, если наш перформанс уже не даст возможности оставить статус, то дальше это типа трагедия. Короче, лично вы напишите, ребят, в комментариях, как вам вообще наше выступление, понравилось, что не понравилось. Но, на мой взгляд, Даня справился. Прям... Да, не выступление, просто по факту. Короче, да, как есть. По факту, но тут момент есть. Вот единственный, знаешь, какой жесткий был косяк? С этими долбанными соцсетями. Вот это сложно. Да. Давай так, договоримся. Надо. Сейчас захожу и всех душу просто. В просто всех там. Просто бля, Сибскани, туда, этого, тому, каждому, понял? Бросай вызовы там, дерись, тренируйся. Но надо соцсети будет вести. Потому что Сева тебя по факту так подзакопал. Ну, брат, я тоже по факту сказал. Мне не, вопросов меня. Нет. Будем работать. Да, будем работать. Все. Это пинок был? Конечно, да. Все, давай. Короче, пацаны, подписывайтесь на его Телеграм. Обязательно. Чтобы там было чтобы больше подписчиков. Да, и он был точно железобетонно медийным, и аргументов против нас бы не осталось. У меня последний пост 10 декабря, там много не пишу, если что, да, не подтревожил. С вами были Броуки, и мы движем, мы едем.